Так это, и кого нажать? Куда? Никит, ну сначала с ребятами поздоровайся. А-а-а! Людь добрый, здрасте! Меня, значит, Никит Кострома зовут, я из-под Вологды. Никита Кострома. Самый разыскиваемый контрабандист музыкального оборудования. Производит перевозку антикварных музыкальных инструментов через Ирак на черном велосипеде с номерами 77 Шишвам 77. Прикидывается дурачком, чтобы не вызывать подозрений. В свободное время устраивает собачьи бои на территории Парагвайских островов. Характер хитрый, семейное положение неизвестно. Мне, значит, барин посудил, говорит, давай пиши что-нибудь, музыку какую-нибудь, чтобы красиво было, тролля-ля-ля-ля-ля, вот, вот это что. Теперь можно писать, Никита. Да. Значит, сегодня мы напишем что-нибудь такое, чтобы вот, понимаешь, славянское, но чтоб современно. Ну, сначала какую-нибудь тему напишем, чтобы было... Значит, берем домру. А что не было лайка, вы спросите? А что, это вот в ваших этих интернетах, и в них черт ногу сломит. А что это у тебя действительно было лайки-то нет? Для этого надо залезть в интернет, найти библиотеку, Никит. Чего? Ну, сначала мелодию пропишем, потом вторую часть мелодии, чтоб плясать хотелось, чтобы сердце трогало. Обязательно чего? Воян, вот это то, что гармошка. Погодь, милый человек, коль тебе музыку какую заказать надо, так и ты ко мне обратиться можешь. Все, айда дальше. Ой, пошла, плясать захотелось, господи. Ох, людь добрый, знали бы, как хорошо, смотри, аж подплясываю, господи, этот буянчик-то горе мой. Теперь что-нибудь надо такое, чтоб звуку побольше было, это что ж нужно? Оркестр. А чё, нам оркестр по плечу, то по барабану, то мне. Это вот как в деревне. Когда я к колодцу прихожу, там водица блестит. Что она у тебя тут мемуары пишет? Скажи, чтобы музыку Никит, писал. Никит, ну можешь вправ, ну давай. Все как вот барин, хозяин, барин, что ж говорить? Чего-нибудь такое? Чуб хочется-то, господи. Плясать хочется. Но это потом, сначала музыку напишем. И тут я подумал, а что если гитару-то мне поставить? Вот предположим это на сначала, а потом современщина. Смотри. Вот, понимаешь, барабашки поставил. Вот тут, понимаешь, вторые барабашки поставил. Кого-нибудь такого? Знаете, такой композитор есть? Зиммер. Как телефон. Вот чтоб такое было. Надо что вот это, дуделки поставить. Смотри. Хочется еще, чтобы было прям совсем жирно. Чтоб гузно набить. Да посидеть. Почилить. Слово заморское вообще непонятно. Теперь смотри, вот это надо нажать, вот эту кнопочку достать, вот сюда надо ткнуть, вот так смотри. Вот сюда. А чего это мы стоим неровные? Вот так вот, Егор, вот отсюда, смотри, и чуть-чуть вот, немножко, чтобы потихонечку человек понимал, что он включил. И выключил. Вау! What the hell is this? О, я ж Кострома. Ну, и чтоб точно все запомнили. Еще разочек, только теперь все на октаву вниз опустим. Ну, молодец добрый или девица красная, коли хочешь ты послушать от начала до конца, тогда в Телеграм тебе дорога прямая, ссылочку в описании оставлю, но жми, да перейди. Там с братцами и сестрицами сидим и до лясы точим, общаемся, голосуем. Демократически, так сказать, по-нашему, так сказать. Айда к нам. Дорогие мои, не волнуйтесь, я буквально на минуту. Вдруг вы забили или что-то такое, или там не в зуб ногой, смотрите, я вам покажу. Во-первых, подпишитесь на канал. Ну, я буду тут периодически появляться, хотя бы ради меня. На телеграм-канал тоже, будьте добры, подпишитесь. Поставьте лайк, ну все такое, то чтобы вы не воспринимали это как несерьезную информацию. Я решил вам это пересказать. Посмотри, на что я коплю, ты видишь? Посмотри. Вот эта камера, ты хочешь, чтобы я больше видео снимал? Чтобы больше видео выходило со мной. На Бусти обычно выходит за кадр и всякая хохотня, которая происходит вне экранного времени, мой дорогой. Все, я тебя больше не держу. Целую, обнимаю, мой дорогой, удачи, любви.